Друзья, у нас приближается еще одно важное событие. Это празднование нашей свадьбы. Мы сейчас с Лесником в зале, он летит, там все решает, куда что ставить, какие скатерти и все такое. Где свет, где не свет. Но очень интересно. Честно говоря, очень сложно. Я думал, это будет немножко полегче. Но ради красоты мы занимаемся этим изо дня в день, чтобы было красиво, удобно и классно. Друзья, посмотрите, какая красота. Зал вот с таким прекрасным видом на Кремль. Такое тут все красивое. Но еще будет все декорировано и выглядеть вообще по-другому. Но даже сейчас очень красиво. Я уже приехала смотреть свадебное платье, так что сейчас вам все покажу. Вот и все, танцы закончились. Has been disconnected. А что, Саня, сколько поддержек в нашем танце? Ну, мы сегодня танцевали, конечно, я скажу, вдоволь. Мне кажется, Александр как раз похудеет к выступлению 7 марта, так, килограмм на 3-4. Подготовка полным ходом. Ну что, мы с Лесенькой продолжаем репетировать наш свадебный танец. Леся, Лесенька, все, уже сидит. Это очень тяжело. Я надеюсь, это будет красиво. Это интересно и очень тяжело. Мы очень устали, но уже получше. Сейчас какой-нибудь кусочек выложу. Друзья, ну что, мы продолжаем заниматься с Лесей всякими делами, связанными со свадьбой. У нас еще есть всякие моменты, которых не хватает. Это у нас из важного нету до сих пор у меня костюма, у Леси платья. Но вот мы как раз сейчас едем выбирать и, надеюсь, подберем что-то. И свадебный танец сегодня продолжаем ставить. Немножко поскрипим опять костями. Но уже много есть, уже помещений. Ну что, вчера Лесе подбирали платье. Сегодня я приехал посмотреть костюмы. Честно говоря, уже хотелось бы что-то выбрать, потому что не так много времени осталось. И, надеюсь, сейчас мне что-то подойдет. Хорошего дня. Я вот тоже еду на примерку платья. Саня не ездил за костюмом. Я вот еду за платьем. Ух. Надеюсь, что это моя последняя примерка, потому что уже появились фавориты. А постараюсь вам все показать. И мне очень нужен ваш выбор, потому что я еду одна, к сожалению. Вот, но зато буду очень ждать ваших советов. Раз лучше муж, да? Так что платье есть, осталось выбрать Сане костюм. И все, мы готовы. Ну, Леся, кстати, тоже со мной поедет покупать. Совсем она, правда, добрая. Оно очень доброе. Хотя вот Саня, вон, какой бодренький. Едем танцевать. Сегодня у нас ранняя тренировка, зато заряд бодрости на весь день. Надеюсь. И вообще сегодня очень важный день, потому что сегодня у Марины гендер-пати, а я ответственна за торт. Надеюсь, что все-таки будет. Надеюсь, что Марина не смотрит эти истории. Я надеюсь, что он будет вкусный. Так что будем все показывать. И всем отличного дня. Ну что, мы с Лесенькой уже потанцевали. Доставили свадебный танец наш наконец-то. Еще два денька мы порепетируем. И будет красота. Всем отличного дня. Спасибо. Это Саня сказал, что он будет сейчас мешать мне записывать сторис.
Вот у меня есть хорошие новости и плохие. Начни с хорошей. С хорошей новостью, что платье у меня вроде есть уже свадебное. И вот сейчас я еду его там подшивать только чуть-чуть. А плохая, что оказывается, это платье не подходит абсолютно для танца. Для танца мне нужно другое платье. И это хорошая новость, что мы не будем танцевать? Нет, это плохая новость, что для тебя, что нужно купить еще одно платье. Вот. А как ваше настроение? Напишите мне здесь. Сегодня я опять в поисках костюма. Но сегодня я уверен, что все получится, потому что я взял с собой самого лучшего стилиста России. И я уверен, что сегодня я точно что-то выберу. Друзья, ну что, как я и ожидал, с лучшим стилистом России. Купить костюм не такая уж и проблема. Все, у нас костюмы. Ну, чуть-чуть осталось ботинки, может быть. Не знаю, новые, а может и нет. Ну, в общем, все, мы купили, танец поставили. Банкет, все оплатили. В общем, друзья, мы готовы праздновать свадьбу. Я супер счастливый вообще. Олеся вдвойне. Друзья, у нас эта неделя, эти сплошные праздники. Мы готовимся к своей свадьбе. Но неделя началась с другого мероприятия интересного, на котором я был впервые. Я, кстати, тоже. Да, и это вечеринка. Гендер-пати. Когда родители, да, узнают пол ребенка, то есть Леся и ее подруга отдала записку. Только я знала, но это же я сказала Саня. Да, только Леся знала пол ребенка, и Леся сделала торт, и когда разрезали торт, они узнали... По цвету крема. По цвету крема, да, розовый или голубой, они узнали пол ребенка. И вот мы с Лесей сейчас думаем, вот как бы мы хотели узнать, сразу или на вечеринке? Ну я-то сразу знаю. Да, почему ты сразу знаешь? Друзья, очень рада, что у нас отличное настроение, у нас вообще самое лучшее, потому что Саня все-таки выбрал костюм. А я купила костюмчик. Да, он очень счастлив. А песню мы выбрали, но пока не расскажем, какую. Это, знаете, все на свадьбе, это пока что секрет. Саня, сегодня просто отличный день, потому что сегодня мы купили ему костюм. Сейчас вот мы приехали на стрижку. Не мою. Фотографии, конечно, будут, и с Даней, и с Наташей, и потанцевать можно, и все что. Ну что, вот так проходят настоящие мужские праздники. В поисках ботинок. Выбираем Саню полный лук на, хотел сказать, на 23 февраля. На 23 уже выбран. Маска, куртка. Да, на свадьбу ищем ботинки. Надеюсь, что все сегодня соберем, и я найду свое платье, потому что я уже начинаю, конечно, переживать.